Ну, газ. Арку не сошел. Не-не, я скачал. Нет. Давай чувак, он что-то подогреет нам. Ту-ту-ту, куда побежал, блядь? Нижний просто в Stone Curse поставь. Кто будет тебя домогаться? Всех почему? Того убавляет. Ну, орк, по-моему, побыстрее падает, не? Да, он быстрее падает. Да нормально, пока орк с носом, он в воде. Лучники здесь. Лучники по лестнице бегали. Да, ничего страшного. Ты же их стон вверх можешь поставить? Я их не боюсь. Ну, это хорошо. Они подходят, стрелы пускают и все. Ну. Дай бог. А, не знаю. Сейчас упаду. Нет, все нормально. Не падай. Репав. Гаст. Сам бы не бегай, он придет. Подними нам. Пока орк не идет, бейте детардиуса, если он там у вас рядом. Сильно его тоже не сносят, а мобы тоже пойдут, и будет вообще жопа. Да, да, сильно не надо. Нет, нет, нет. Да я его просто на угру держу и все. Я далеко стою? Я далеко лежу? Нет, он. Чуть дальше, можешь шереснуть? Да, все нормально. Да, он под эндрейджем. Подожди. Рис. Что-то он близко к краю подошел, не? Да. Рис. Рис. От края чуть-чуть отведите. Рис.
Рез, 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 рез. Рез, рез, рез. Опять у него энрейдж. Ресы. Трач гема. Я не на авто стою. Я все пальцами делаю. Все, ну особо не бегай. Ну, стараюсь как могу. Извините. Пока ворка не убьем, лучше стойте нам на месте. Время. Мы тебе так, на всякий случай. Чтобы ты бдительный был. Ты, я тебе говорю, ты все время на вперед уходишь, приходится с тобой бегать. Не, я не ухожу вперед, я на месте стою. Меня отбрасывать может. Нет, вот потом. Ну, мне надо их же привозить. Еще на шаг. Куда ты убежал? Я не убежал, я не знаю, может, он меня отбрасывает. Я уже ближе, чем Виз стою, слушай. Да, он меня отбрасывает. Да, звонка толкает. Деталька или... Деталька толкает, да. И вот там будет уже. Спинкадок. Ну, можно чат поставить. Не поможет. Ты не успеваешь больше, не успеваешь его обновлять. Да. Он при смерти слетает. Если долго не растет, он там-то очень быстро слетает. Помню. Ну, давайте чуть-чуть осталось на орка и дракона спокойно допинаем. Без. Блин. Давайте чуть-чуть. Убили? Да. Поздравляю. У меня осталось мало синьки и немножко меда. Ой, то есть не меда, а этого сока. Мне что-то нам жалуешься. Все, а сейчас может легко пойдет. Я к тому, что либо типа надо быстренько, либо мне надо сходить за... Ты как сходишь? Как сходишь, да. Ты не зайдешь во время боя. Ну, один-то убит, какая разница. Да не, нормально. Ты, главное, сейчас аспу обновлю. Да-да-да. Только на тебя, потому что другим спали. На меня, да, а да. Самбуки не нужно. На самбуке чем-то не работает. Да, и на чем-то не работает. На самбуке чем-то не работает. Ну да, поэтому и не работает. Кстати, на карте револ чем-то работают? Да. Опасно. Аппетит меня куснул на фул хп. Он враж вышел. Босс вражи, мы не рисуемся. Блять, откидывает сильно. Да, очень. Он вот здесь... Ну, как у него это молния бьет, да? Ага. Это у меня молния? Воздушка. Ну, он сейчас один.
На мехе кайфово. Стоишь, тоже на авто поставил и бьешь с кулака. Охренительные циферки. Опять вьетконгский синдром. Че? Опять говорю, вьетконгский синдром. Да я нафиг. С кулака. Да с одного нет, удара. Ну, блин. Да не, не у всех бывает. Не, я к тому, что самбука сейчас мучается, помирает, бьет, а потом чуть попозже на мехе будет, это очень кайфовый. Ну да, да. Так погоди, мы еще на МСе ГВ шить. Ну да. Ну, на МСе не кайфово играть, честно говоря. А поэтому надо делать алхимика. С алхимиком давно башню уже закрыли. Алхимик одечество. А у ТЛК всегда вблизи будут херачить. Что там? ХП у меня осталось 5 потов. Половина. Бля, хуй его. Надо было сходить за потом. Экономим. Ну, в смысле, экономим 3 синих и 2 мёд, и 2 этих. Эконом, не умирай. Никаких костов, эконом режим, только рез. Ну, они, блин, знаете, сколько жрут стоят? Всё, у нас едет. Помогай. Когда трое умирают, никакого из них. Сейчас еще возьму скину по регион медитации. Абсолютно бесполезный скил. Поищи, может, у тебя будет там в инвентаре что-то. Уже правильно, уже мед ем, сок. Еще не регион. Вот, сок ешь. Я его ем, отлично. Уже съел весь. Все, осталось 3 синих фото. Давайте. Давай попробуй покатись, пока он там будет бегать, закупаться. Ну да, мне надо как бы до одного магаза, я сразу же оттуда же зайду. Главное, Микину. Но не спали. Ну а что такого? Да, конечно, может. Мне же не надо и спать. Тогда там это... Ну давайте катайте, да, потому что все, я... Отключайте автоатаку, сейчас я его нагрю на себя. Подожди. Давай все встанем. Я полетел. На кафе. Подними нас. Блять. Ты улетел уже? Да, я уже на капле уже закупаюсь. Не надо нам выходить, зачем? Блин. Не, я отрезал. Главное, чтобы они внизу не побежали. Да. Побежали, да? Stone Curse. Да. Нет, меня что-то кусает. Stone Curse. Давай быстрее нам разобрать. Сажу уже в подземелье, дружище. Еще быстрее. Да это дурацкая полоса на сегодня. Я психанул, купил косарь. Синьки, косарь, вингов, косарь всего. Чтобы не ходить по магазам больше. Это хорошо, то, что ты по косарю здесь можешь купить в классике. Блин, места бы не хватило. Да. Ставишь, тебе пришло его качать. Офигенно. Давай, лес. Либо слим играть. Блин, у нас тут моб. Меня кусает. Нет, нет еще. Убей. Не надо резать, я не могу, я помогу самке. Я его долго ковырять буду так. Ну ковыряй, вот такая, сверху ковыряем. Блять, нас обоих убили. Блять. Говорить. Успел резать. Ну отойди с ним, отведи. Да я лучше умру. Ну да. Дракон теперь на лестнице стоит. Блять. А он-то какого хрена туда пошел?
Ну, потому что ты к нему туда подберешься. Хотел моба увезти. И на лестнице где-нибудь умереть. Ничего страшного, вы же сейчас нас резните сверху. Мы лежим. Вот сам Бук. Погнали. Ну да, Анджи, мы этого могу забрать снизу. Ой, меня опять убили. Давайте ну, с панком разберите. Ну, в смысле, он на мне опять подошел ко мне, съел. Все, он на фул тягинулся. Забей, чехуй. Я так у него плохо поставался. Угу. А это просто незачищенный? Ага. Угу. Какая глупость. Все, убили его. Он к вам пошел. Ну вот опять. Ну нет. Все, убить этого панка. Блин. Все, беги, Кайл. Бегу. Бегу. И панка захватил. Отлично. Нажми сейв. А у тебя сейв вол есть? Ник. У меня? Да, защитная стенка. Энергетическое покрытие, в смысле? Нет, стена защита. Безопасная стена. Нету. Вот она была очень, кстати. Я пока это усиление магической атаки до 10 докачал. А он как столбик, да, ставится? Да. Да. Угу. А до скольки мне его учить? Ну, чем больше, тем лучше. Знаю. От билда зависит, да. Лучше больше, он всегда нужен. С детали падает полезный щит на паладин. Это который? Щит наги? А. Угу. На холи кросс-то? На холи кросс, да. Стоит, честно, недешево. Да вроде кто будет покупать. Холи кросс-то был такой себе. Ну, да, но покупают. Ну, я им играл, он, блин, как-то так. Вроде духой атаки, вроде духой маг атаки, все равно, блин, да может ни о чем. Ну, на бунганах на нем, я помню, раньше стоял. Блин, он, если в власти, там, блин, даже сукуба только с трех атак забирает, то как-то грустно. Угу. А потом сборка падает, надо. Очень хорошая брошь.
интересно, кто на следующей неделе в башне. Это мы узнаем через 10 часов. Угу. Нам, мне надо будет после этого Ствинка, чтобы ты помог сводить. Нам. Что надо будет сделать, не понял. Твинка моего сводить и помочь. А, угу. Да срав кого это. Одного ДД найдем, который. Сегодня. А, мы ж вчера это не дозакрыли додзи. С а этим, с орком. Дудя особо не убежит. Он же из недели в неделю не меняется. Один раз за все время играет. Да блин. Да-да-да. Мам, где рез? Опять отошел. Да, да я не отходил. Самбо, поймай. Блять, все, пиздец, он уходит вниз. Нет, он везет сейчас назад. Ну, мне кто-нибудь рискнет уже, это я уже полчаса валяюсь. Ну, блин, у меня КД рез идет. Верю. Да. Ты еще так неудобно лег, то, что я нажимаю, и это воскресить тебя нажимаю. Давайте чутка осталось. Без лошарства сейчас. Рез. Блин, надо, короче, собирать пати в другом порядке, чтобы первым был танк, потом вот найт, потом все остальные. Иначе я резаю сначала БС, а потом найта, потом танк. Это какой-то поебот. Угу. Он резает вот по пути пати. Без вариантов. Да? Угу. Даже если не на авто, а просто жму рез, он резает первого умершего. Подожди, а кто у тебя? У меня у нас наверняка по-разному отображается. У меня самбук, первый. Самбука, Нефим, Ники. Ну, это чтобы на мрок сейчас пасть собирал первым, чтобы не он принимал. Угу. Это важно, как у меня, а не как у тебя выглядит. Ну. У тебя, естественно, ты первый. Ну да, у меня я, потом самбук, а потом ты на мрок. Потом Ники, потом Кайл, и потом Микин. Ну вот, значит, меняется только ты меняешь. Мы с тобой меняешь. Ну, соответственно, у всех остальных так же. Вот у Микина, наверное, он первый, а я последний. Да, скорее всего. А, ну да. Ну, в общем... Короче, идет сдвиг на одного. Ну, закономерность, понятно, легко. Тютю, куда ты побежал? Ники, надо. Куда-то не в то место тыкнул, и он пришлось ему оббегать это. Ну, да, да. Все, ура, господи, грац. Не выходите в арк. Не выходите в арк.